Клавдия Ивановна, как сегодня самочувствие у вас? Тесное взаимодействие с пациентами, общение и анализ – для врача важная составляющая лечения больных. Здесь, в Видновской районной клинической больнице, в кардиологическом отделении, людям оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь. Вытаскивают, что называется, из самых глубоких кризисов, которые возникают в ходе сбоя работы сердечно-сосудистой системы. Выписывают лекарства, которые позволяют жить с диагнозом долго и счастливо. Правда, возвращаясь домой, не все люди продолжают следовать предписаниям врачей. В частности, из-за отсутствия компетентной, сопровождающей больных поликлинической помощи. В связи с этим главный кардиолог Московской области вышла с инициативой о создании в регионе специальных кабинетов, где будут наблюдаться пациенты, здоровье которых подвержено наибольшему риску. Эта помощь требует очень кропотливой работы как пациента, так и врача. Планируется создание сети кабинетов в Московской области, именно конкретно занимающихся только этой группой пациентов, что, несомненно, может потом разгрузить как врачей-терапевтов на обычном приеме, так и удобство для пациентов, потому что зачастую этим пациентам нужна коррекция дозы препарата, которую может осуществить в лучшей степени и более адекватно врач, который знает этого пациента. Эта программа поможет пациентам с хронической сердечной недостаточностью продолжить амбулаторно наблюдаться у узких специалистов, ведь врач-терапевт поликлиники не имеет должной квалификации, чтобы помочь такому больному. Планируется, что в области появится сеть специализированных кабинетов. Один из них в Видном, скорее всего, на базе центральной поликлиники, то есть вблизи стационара ВРКБ, оснащенного необходимым кардиологическим оборудованием. Это аппарат, мы видим структуры сердца, то есть мы видим 4 камеры сердца, и это помогает нам в дальнейшем в лечении пациентов. Мы видим инфаркт, и можем, и даже если на ЭКГ не видим, то можем здесь по эхо увидеть. Или вот, например, тредмил-тест – метод функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы, относящийся к нагрузочным пробам. Позволяет нам определить необходимость направления пациента в дальнейшем для проведения коронарографии или исключения необходимости для этого исследования. То есть, если у нас есть сомнения, что ишемического или характера боли у пациента, который к нам обращается, мы проводим исследование и уже дальше принимаем решение по результатам этого исследования. И это лишь часть оборудования, которым оснащено кардиологическое отделение Видновской районной клинической больницы. Появись по соседству специализированный кабинет помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью, лечение таких людей станет продуктивнее, а значит, уровень жизни больных возрастет. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.